В Сызрани ликвидируют коммунальную аварию, оставившую без тепла 42 дома. В них проживают 3500 человек. Также отключены 3 школы и 3 детских сада. Утечка на трубопроводе диаметром 500 мм выявлена сегодня в 11 утра. Аварийный участок теплотрассы расположен на улице Победы. Работы на объекте ведутся с полудня. Температура воздуха в квартирах и образовательных учреждениях, по сообщению городской администрации, находится в пределах нормы. Диаметр трубопровода 500 миллиметров. Это очень важная основная артерия теплосетей. Включено было 42 дома. Хочется отметить, что очень оперативно сработала служба по обнаружению пропуска.